Многие из вас знают, что я обожаю бумагу и особенно технику папье-маше. Да, спустя 14 лет я нашел свою формулу, с помощью которой делаю потрясающие новогодние игрушки, которые сейчас пользуются спросом, но потому что Китай не очень. Ну и я вас хочу пригласить на свой, можно сказать, последний в этом году мастер-класс. Он пройдет в онлайн на специальной платформе, где вы сможете задавать вопросы и где я вам пошагово расскажу, как сделать новогоднюю игрушку щелкунчика и снеговичка. Для этого нужно написать под этим видео комментарий, и вам придет ссылка, по которой вы сможете перейти, оплатить этот мастер-класс за чисто символическую цену и получить целых 2 урока по снеговичку и вот по такому щелкунчику. Предложение действует ограниченное количество времени. В общем, я вас всех жду, будет интересно. Затем доступ к этим мастер-классам вы получите на целый год. Давайте творить и создавать что-то своими руками и с душой для родных и близких, а главное для своей новогодней красавицы.